совсем недавно, буквально в позапрошлом туре, ты защищал ворота Волги в матче с Локомотивом. Мог себе представить, что вот такой поворот в твоей судьбе, в твоей карьере может произойти? Нет, честно говоря, потому что только продлил контракт и готовился к тому, что пройду сезон в Волге. Как узнал о предложении Локомотива, как все произошло? Ну, представители клуба позвонили, предложили. Я дал согласие. Что для тебя означает этот переход? Ну, прежде всего, шанс бороться и ставить при собой другие задачи, нежели Волги. Вот, понятно, что Гильерми играл здесь много лет и заслужил любой болельщик. Выздоровления желаю ему. Дальше будем конкурировать с ним. Готов сыграть уже в понедельник с Краснодаром? Да. Предсезонку прошел, за Волгу сыграл 3 матча, поэтому проблем никаких нет.